мы пошли в Эрмитаж, сказали, что можно снимать выставку фарфора. Какая-то выставка фарфора. Приходишь, фотографировал чашки. Красота. И мужики, да, и сказали, на сзади рюкзак нельзя носить. Из меня воруют. Говорит, или впереди вешай, или в руках носи. Непонятная выставка. Там что-то не показывает. Вот из этих. Здесь какая-то фигня. Все искусство такое чудное. Сейчас пойду. Это не в смысле. Вот там вешалка. Оставил, зонтик оставил. Но здесь ничего не говорит, наверное. Если не скажешь, можно все. Да, такое искусство. Ну, вот он какой-то. Вот, пошли на землю. А, это магазин. Ну, кажется, вот продают. А, все могут продавать, да. Что-то все могут, что ли. Магазин.